Взвод почетного караула Барнаульского юридического института начал подготовку к параду еще осенью. Каждый день курсанты уделяли строевой подготовке не менее 2 часов. Движения максимально отточены, хотя на лицах заметно волнение. Отрабатывают шаг и будущие летчики. Мы выбираем достойных. То есть, конечно, в составе парадного расчета нету там двоечников, каких-нибудь там нарушителей дисциплины. Те люди, которые могут двигаться строевым шагом, потому что это тоже немаловажно. Это должен быть человек скоординированный, у него должны быть способности к этому. На время репетиции парада пришлось даже частично перекрыть движение на Ленинском проспекте. Под звуки духового оркестра прошли почти 1500 человек. Это военные, сотрудники полиции, курсанты БИИ, кадеты, юнармейцы, члены Росгвардии. Всего 18 парадных расчетов и военная техника. Кстати, генеральная репетиция парада в Барнауле прошла в один день с репетицией парада на главной площади страны. На генеральной репетиции не обошлось без заминок и пауз, но, кажется, на это даже никто не обратил внимания. Гордость. Гордость прям за них. Конечно, гордость. Конечно, гордость за него и вообще за Россию, что у нас есть еще вот такие прекрасные парады. Парадные расчеты начали оттачивать строевой шаг и синхронность движения еще 19 апреля, чтобы завтра достойно пройти перед ветеранами и тысячами зрителей. Равнение направо, шагом, марш! Парад Победы начнется в 10 часов утра 9 мая на площади Советов. И здесь же пройдет шествие бессмертного полка. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.